рано утром ворвалось около 9 человек уголовного розыска. Многие из них были в масках, бронежилетах с автоматами. Они грозили мне, что выбьют дверь, поэтому пришлось им двери открыть. И первые их слова были, это всем лежать, типа, ну, лечь мордой в пол, руки за голову. Сказали мне, чтобы я одевался по-быстрому, потому что я задержан. Вот, то есть, ну, я начал потиху собираться, и мне говорят, типа, давай быстрее, типа, ну, начали меня, как бы, сильно-сильно торопить. Я говорю, что я не в армии, они мне говорят, что, типа, ты свой рот закрой, иначе, типа, у тебя будут проблемы большие, и давай шевелись. Один из них сказал, что, типа, ты тут не, ну, матом не вы, как, я не знаю, как сказать, там, не выпендривайся, потому что, типа, ну, будешь, типа, там выпендриваться, типа, мы тебя посадим на бутылку и насыпем тебе на голову. Посадили в микроавтобус, и он был без номеров, я успел это заметить. Завели туда и сразу же поставили на колени и сказали держать руки за спиной. Если какое-то, ну, там, я делал какие-то движения, там, ну, небольшое пытался пошевелиться, потому что у меня ноги сильно затекали, то есть, ну, я их, ну, практически не чувствовал, то сразу ко мне применялись удары в голову, там, ну, такие, ну, не сильные, но, типа, они давали понять, что, типа, если я буду двигаться, то мне будет очень плохо. В Следственном комитете, значит, мы стояли около 4 часов, тоже не двигаясь, лицом к стене. Были слова, что, типа, вы анархисты, значит, там, вы за петушатню, типа, вам, типа, вы в колонии поедете, типа, там, в петушатню, и, ну, тому подобные слова, то есть, типа, ну, и просто там смеялись над нами.